Здравствуйте. Посмотрите на эти слова. Если вы знаете, что они значат и как произносятся, прекрасно. Если нет, это видео для вас. Desert – пустыня. Пишется с одной «с». После «д» – «э». Ударение на первый слог. Desert. They were lost in the desert for 9 days. Они блуждали по пустыне 9 дней. When you live in the desert, water is your most vital resource. Когда живешь в пустыне, самое главное для тебя – вода. This month in the Mojave Desert. As she ran across the desert. The open ocean has been described as a desert. To desert – покидать, дезертировать. Пишется так же, как и пустыня, только после «д» – «и». И ударение на второй слог. Desert. He deserted her for another woman. Он бросил ее ради другой женщины. The birds have deserted their nest. Птицы покинули свое гнездо. He's been deserted by the gods. Just when self-esteem deserts you. Uncared for. Deserted. A dessert. Десерт. Пишется с двумя «с». Читается так же, как и дезертировать. Desert. После «д» – «и». Ударение на второй слог. Desert. Would you like peaches and cream for dessert? Fruit is also included in the dessert. This is my dessert. We have a lovely dessert. He brought me a Middle Eastern dessert. Итак, давайте еще раз закрепим. A desert – пустыня. To desert – дезертировать, покидать. A dessert – десерт. Надеюсь, теперь вы запомните разницу между этими тремя похожими словами. До скорых встреч!